Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». Сегодня очередное такое небольшое видео из раздела «Будни электрика». В общем, имеется такая неисправность при включении данного вакуумного выключателя, то есть это у нас вакуумный выключатель ВБПЭ с электромагнитным приводом ПФ-14, о котором я, кстати, уже рассказывал на своем канале, менял там катушку отключения. Так вот, при включении данного фидера срабатывал контроль изоляции постоянного тока, то есть где-то по цепям управления имеется земля. Миллиамперметр контроля изоляции, сторона плюс, сторона минус. В момент включения идет скачок у нас в одну из сторон, по-моему, в сторону плюса. А это у нас реле контроля изоляции и добавочные к ней сопротивления. Про эту схему контроля изоляции цепей постоянного тока я рассказывал в отдельной статье. Кому интересно, то почитайте, посмотрите. Сейчас я буду производить поиск этой самой земли. Ну и заодно вам покажу, что, где, как и почем. Здесь имеется три разных цепи. Первая — это у нас цепи соленоида, то есть это цепи включения. Вот он, наш соленоид. Далее цепи, второе — цепи управления. Это отключающая катушка, все КСА, включение, отключение, счетчик включения и прочие цепи. И третье — это цепи сигнализации. Там выдается положение вакуумного выключателя и для прочих нужд цепей. То есть это у нас сигнальные цепи, вот эта часть схемы. В принципе, можно поочередно вызвонить относительно земли все вот эти проводники. Здесь, здесь, на сигнальных КСА, на КСА включения-отключения, на КСА прыгания. Но я сделаю проще. Я прозвоню изоляцию прямо на гребенке. То есть это гребенка, которая соединяет выкатной элемент выключателя со схемой ячейки КРУ. Вот у нас один шлейф, и вот у нас есть второй шлейф. Ну и как всегда, землю я люблю искать с помощью нашего мегометра М4120 на 2500 вольт. Проверяем 0 и поехали. То есть вот поочередно подключаю каждому выводу и кручу. 1000. Тысяча. Ух ты, неудобно. 1000. Так, теперь вторую гребенку. Ну, в общем, так далее. Неудобно снимать одной рукой. В общем, сейчас я прокручу и эту гребенку. Прозвонил вот эти две гребенки, нуля не обнаружил. Сейчас я включу ручную выключатель, чтобы у нас перескочили все КСА. И повторно прозвоню эти обе две гребенки. Так, включаю. Кстати, вот можно посмотреть механику включения данного привода. Здесь КСА. Это у нас сигнальные КСА. Включил. У нас включенное положение. Тут аккуратненько, пальцы сейчас сувать не нужно. Так, ну идем повторно. 1000. 1000. 1000.
В общем, при включенном выключателе, при включенном положении выключателя, земля также не обнаружилась. Кстати, сейчас отключу. Так, есть вариант еще проверить цепь включения после контактора КП. При прозвонке с гребенки мы не проверили. Здесь вот приходит у нас цепи соленоида, вот это с гребенки приходящий, а это уже два отходящих на непосредственно соленоид включения. Потому что замечание как раз таки было то, что земля выдается, кейс постоянного тока срабатывает при включении, поэтому есть большая вероятность, что у нас где-то здесь замыкание на землю. Ну, сейчас проверим. То есть нам надо сейчас проверить сопротивление изоляции относительно земли на этих двух выводах. А здесь у нас ноль. Что и требовалось доказать. Давайте второй контакт. Тоже ноль. Ну, это сейчас звонится оба эти контакта, оба эти вывода через непосредственно саму катушку. Сейчас я разберу вот эти два конца и проверим. Либо это в катушке где-то замыкание на землю, либо вот здесь вот у контактов. Так, вот катушку я отбросил. Вот, видите, вот эти два конца. Так, измеряем. 1000. Ну, в принципе, можно и второй. 1000. А если вот сюда подключимся? 1000. Изоляция. А если вот сюда подключимся? 0. Видите, здесь 0. То есть вот этот верхняя клемма, вот эта клемма, или вот этот контакт, или сам клеммник, верхняя клемма, дают 0. Так. Надо отбросить от контактора. Тут клемме подлезть неудобно. Я сейчас вот этот вывод отброшу, и мы определим, либо это вот здесь вот, где-то земля, либо это на самом клеммнике. Видите, состояние не очень какое. Этот отбросил, звоним клеммник. 1000. Теперь подключимся вот сюда. Оп! Вот он наш ноль. Вот этот, вот эта вот часть. Видите? Дает ноль. Мне что-то вот это не нравится здесь. Какая-то стружка лежит. Не может ли она как-нибудь там замыкать? В общем, снял контактор. Изоляция восстановилась. Пока, видимо, снимал, где-то что-то отскочило. Сейчас буду искать. В общем, решил я установить другой свежий контактор вместо того. Кстати, это у нас контактор МК2 на 220 вольт, катушка постоянного тока, а сама силовая цепь до 63 ампер. Ну все, сейчас устанавливаю и проверяю схему. Ну все, другой контактор я установил, подключил силу, вот, подключил катушку и подключил обратно соленоид на клеммник. В общем, пробуем изоляцию.
1000. Ну, здесь смысла нет. Через катушку все равно позвонить. 1000. В общем, все. Теперь опробуем привод. Проверим работоспособность контактора. Схему управления еще раз. И можно заканчивать работу. Включаем. Включился. Отключаем. Еще раз. Отключаем. Ну, на этом, пожалуй, все. Вот такое вот небольшое видео из раздела «Будни электрики». Если вам нравятся подобные видео, обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал. Впереди будет еще много всего интересного. А с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта «Заметки электрика». До новых встреч!